красноярские регбисты решили вывести мяч на веер, и в итоге первая же атака завершилась взятием ворот хозяев. Едва не выиграли коридор. А вот ошибка характерная при исполнении мола. Ну вот и первое очки. Да, удачное исполнение. Едва не забрали мяч краснодарцы. Да, и вот попытка. Да, знакомое поле. Выводит мяч. Сережа Сугробов бьет. Точно, дроп-гол. Молодец, Сергей. Тяжелейшая ситуация. Судья принимает решение возобновить схватку вновь. Не принимает. А вот сейчас он выбрал виновного и показывает, что штрафной в пользу Енисея. Быстрый розыгрыш. Енисей пытается агрессивно и добивается своей цели. Ну что ж. И опять, похоже, это хитрик в исполнении Кочаравых. Начался второй тайм сегодняшнего матча. После начального удара удачная ловля мяча. Евгений Непейвода показывает, насколько он скоростной игрок. Бежит через все поле. Отдает передачу на край. И это попытка Дмитрия Гриценко. Великолепная атака. Нередко можно видеть игроков далеко за 100 килограммов, общающихся с арбитрами и с уважением выслушивая все их решения. Да, фиксирует. Быстрая атака. Все тонкости набора рейтинговых очков турнирных для специалистов. Это не секрет, а вот для тех, кто впервые находится решение и на такие сложные вопросы, как пятый номер команды Енисея. Сейчас, конечно же, он показал, что может выигрывать мячи. Вот, к сожалению, даже опять арбитр пропустил. То есть заметно был игрок Енисея, допустил ошибку, отдал передачу явно вперед, ну, закрытый игроками. Бывает, арбитр пропускает такие действия. Нет в этом, конечно, никакого умысла. И попытку. Два игрока из-за травм покинули, уступив место. А у нас, я могу сказать, схватки без давления, похоже, происходят. Ох, неудачно споткнулся Евгений Непейвода. Сохранил мяч, тем не менее, продолжается атака Кубани. В меньшинстве мы продолжаем атаковать. Молодец, Тагир Гаджиев. Это игрок, на которого надеется наша сборная. Александр Первухин отмечает его боевые качества, умение играть в защите. Попытка. И попытка, да. Друзья, молодцы. Мы смотрим отличный матч. Возможность. И вот организованное действие. Снова, по-моему, это Давид Кочарава. Вновь фиксирует точную реализацию. Пошла по хронометристам о том, что он добавляет время. Игру вперед, да, не фиксирует арбитр. Ну, к сожалению, и закончилась игра. Ну что ж, можно констатировать факт, что на регбийном небосклоне зарождается настоящая звездочка, может быть, даже в будущем недалеком звезда под названием Кубань.